Тополь убрали. На прошлой неделе в рубрике «Срок ответа сегодня» мы рассказывали о проблеме жителей улицы Новая, 10/1. Людям много лет мешало жить старое дерево. Ветки 30-летнего тополя стучали в окна. Много лет дерево радовало глаз местных жителей, однако в последнее время развесистые ветки всем только мешали. Оренбуржцы уверены, что такому большому дереву возле многоэтажного дома было не место. От него пытались избавиться много лет. Они хотя бы вот эти ветки спилили, которые нам по окнам бьют. Хотя бы эти ветки спилили. Они даже эти ветки не пилили. Люди довольно долго сами пытались договориться с коммунальщиками, чтобы нежелательное растение убрали, но жители услышали только с экрана телевизора. Сегодня картина изменилась. Дерево, которое было посажено в 1984 году, во дворе на улице Новая опилили. По крайней мере, этой зимой ветки по окнам стучать не будут.